Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики моего канала, я рада вас приветствовать. Сегодня я сделаю расклад, который называется «Портрет», и этот расклад будет на харьковчанка в США. Моя подписчица попросила меня сделать для этой женщины расклад. Если кому-то понадобится индивидуальная консультация, обращайтесь. Под данным видео будет номер телефона, куда вы можете писать смс. Первое. Основная цель человека в жизни. Основная цель человека в жизни – найти достойное применение своим знаниям, своему жизненному опыту. Она готова со всеми делиться, а также она готова оказывать помощь своим родным и близким людям. Людям, которые обратятся к ней за помощью, она также готова помогать. Для нее цель – это самореализация. Внешние препятствия, которые мешают для достижения цели. Это карта Королевы Желзов. Королева Желзов в этой колоде говорит о том, что она всегда сама по себе. Гордость дает силу, однако делает уязвленной по отношению к критике и замечаниям. Может расточительно быть в эмоциях, много сил тратить на эмоции. Все отражается на ее внешности. Внутренние препятствия, слабые стороны человека. Может быть достаточно импульсивной. Преследует опять-таки свои цели. Может дать отпор, не терпит критику. Также может разогнать туман и вывести на свет, на чистую воду своего оппонента. Может проявлять жесткость. Рыцарь мечей часто превращает ссору в разрыв, в яростную борьбу, а также тщательно спланированную подлость. Какова внутренняя личность человека? Характерные черты. Старший аркан Суд – это прежде всего умение адаптироваться в любых условиях. Она готова к переменам. Хороший контакт с взрослым поколением, со старшим поколением, со своим родом. Любовь к семье, к детям. Это возвращение, воскрешение. Это женщина, как птица Феникс. Прежде всего, уважительное отношение к старшему поколению. Какое впечатление производит человек? Очень интересная карта. Какое впечатление она может производить? Это обратная сторона мага.
Она может быть яркой, харизматичной, с ясным умом, с острым умом. Обладает хитростью, прозорливостью. Во всяком случае, у этого человека ум политика. Именно в этом масштабном понимании этого слова. Она не настолько проста, как кажется, и те люди, которые очень хорошо ее знают, это понимают. Она может избегать конфликт, дабы, чтобы все-таки не произошел полный разрыв. Каковы положительные перемены, события прошлого, которые влияют на ситуацию сегодня? Каковы положительные события прошлого, которые влияют на ситуацию сегодня? Карта сама по себе тяжелая. Десятка жезлов. Обстоятельства заставили взять на себя ответственность. Но она никогда не находилась без дела и без работы. Даже если работа не нравилась, человек находился на этой должности, на этой работе. Это однозначно завершение тяжелого этапа. Все позади. Вот знаете, какие положительные события прошлого? Эта карта, она вообще... Вот она сама по себе тяжелая. Это человек сидит на пепелище. И однако он смотрит в небо, и у него есть, конечно же, надежда. Он готов к борьбе. Он не сложил полностью руки, хотя он в позе стоит на одном колене. Вот опять-таки я могу сказать, для этого человека все, что было плохое, это только сыграло для нее на руку. Каковы негативные события прошлого, которые отражаются на нынешней ситуации не лучшим образом? Это были какие-то известия. Это, возможно, какой-то упущенный шанс по каким-либо обстоятельствам. Это также что-то связано с детством, с юношеским периодом. Это какие-то страхи и опасения, а также страх смерти. Эта карта напоминает вот именно то состояние, когда человек был ребенком. Здесь надо искать проблему. Каковы надежды, мечты человека сегодня? Замечательная карта, только вперед. Это рывок вперед, это поиск рая на земле, это освобождение. Это победа над всеми проблемами и над всеми врагами, которые есть или которых нету. Кто не за, а против, это уже враг для этого человека. Все надежды связаны только с благополучием, в лучшую сторону. Все изменится в лучшую сторону.
Планы и ожидания от будущего, касающиеся данной ситуации. Опять-таки, карта десятка мечей – это очень тяжелая карта. Возможно, какой-то неблагоприятный был момент или период, он завершился. Это вот, знаете, какой-то период, как после какой-то болезни, после операции тяжелый момент, какой-то вот, знаете, как будто человек долго тяжело болел или был какой-то недуг и пришел период выздоровления. Это подведение черты под своим прошлым. Все опасное позади. Планы только опять-таки на самое лучшее и ожидание улучшения. Что человек хранит глубоко, простите, глубоко внутри себя? Это карта император. Во-первых, мужская энергия идет. Человек, возможно, скрывает от всех и держит глубоко внутри то, что на самом деле она лидер по натуре, все держит под контролем, эта женщина. И она на самом деле очень властная. Это также может быть конфликт с отцом, с каким-то мужчиной, который был деспот. Или с отцом, или еще с каким-то мужчиной. Это также ее глубокое убеждение, что сила в земных благах. И ее цель – защищать свой дом. Еще раз повторяю, это та мощная сила, мужская энергия, когда все человек держит под контролем, не упускает никакие мелочи. Это также харизма внутренняя. Она себя, эта женщина, харьковчанка из США, очень хорошо знает. Никто ее так не знает, как она саму себя. И очень мало для нее людей вообще, которые авторитетные люди, в авторитете. Возможно, она не принадлежит никакой религии, но однако она соблюдает определенные традиции. Она верит в себя, она верит в силу Вселенной. Мощная у нее энергия, мощная. Она обладает определенными знаниями. Вот она также знает то, что по сути ее невозможно поработить. Простите. Карта ближайшего будущего. Еще раз повторяю, это карта ближайшего будущего. Карта здесь идет перевернутая. Перевернутая карта умеренности. Это говорит о том, что, возможно, какая-то будет поломка в доме. Возможно, какая-то неудача, нарушение баланса. Могут возникнуть проблемы со здоровьем. Не дай бог, конечно, но эта карта также может показывать какой-то несчастный случай. Неустойчивость. Недостаток сотрудничества. Где-то как-то с кем-то. Что-то пойдет в ближайшее время не так, как этот человек, эта женщина ожидала. Это на ближайшее будущее. Я не делала акцент на 10-20 лет вперед. Вот в ближайшем будущем вот такое возможно. Это нарушение баланса прежде всего.
Если вам понравился мой расклад, оставляйте, пожалуйста, свои комментарии. Если у вас есть что-то в дополнение сказать об этом человеке, напишите свои комментарии. Берегите себя. Всего вам доброго.